очередная посылка с AliExpress для Шкоды Октавии подойдет. В общем, если кто-то захотел себе заказать оплетку, ссылка будет в описании наружу. Обычный стандартный zip. Натуральная кожа, прошита. Есть уже отверстие для шнурка. Ну и две иголки, два набора с ниткой. Кожа натуралка, телячья, вроде бы как. Ну, мягенькая, хорошая. Даже местами тянется. В общем, как-то так. Нужно теперь отдать этот заказ человеку, который заказывал. И дальше он будет свой руль обшивать. В общем, такие вот дела. На AliExpress ссылка на продавца будет в описании. Всем пока.